Eroul nostru însă, la doar 6 ani, a reușit să devină campion la motocross. Și nu doar la noi în țară, ci și în afara ei. Îl cunoaștem astăzi pe Artemii Gangurean, copilul care ziua merge la grădiniță, iar seara urcă pe motorul său pentru antrenamente. Copilul pentru care fiecare minută petrecută la grădiniță îi înțetește dorul de motocicletă. Artemii Gangurean, 6 ani. Часов в день ты тренируешься? 2-3 часа, 4 как? После садика. Ну, если тренировка отменяется, я грущу. Мне нравится ездить по трассе, проходить повороты, прыгать. Nici nu a învățat bine alfabetul sau cum se ține pixul corect în mână, ca a și devenit campion la motocross, la categoria sa de vârstă. Este povestea lui Artemii Gangurean, care a urcat pe motocicletă de la 2 ani, iar de la 4 a început a practica sportul la nivel profesionist. Așchia nu sare departe de trunchi, se pare că este despre el. Раньше мы оба ездили на мотоциклах, я и мой супруг, но правда на спортивных. И изначально, когда Тёма только родился, мы думали, что дадим его на кольцевые гонки. Но, к сожалению, у нас нет таких трасс в Молдове. Ближайшее это в Киеве, и это все равно далеко. Нашли вот такой вот выход из положения – мотокросс. Какое-то время вот он ездил просто сам по себе во дворе, учился газ открывать, учился тормозить. 2 года назад мы пришли сюда на соревнования посмотреть чемпионат «Балкан». Мы, когда подвели его к трассе, спросили, хочет ли он тоже так же ездить. Он сказал, что хочет. Вот так оно все и пошло. Deși îi place să-l vadă mereu învingător, atunci când Artemii urcă pe motor, instinctul de mamă al Alionei devine și mai vizibil. Всегда есть это переживание, и оно никогда не исчезнет. Просто сейчас, спустя 2 года его занятий, оно, вот это чувство немножко утихло, и оно уже не так яро проявляется. Я научилась уже различать, насколько серьезно он упал или не очень. Нужно быстро бежать или можно спокойно подойти к нему и пообщаться, успокоить. Starea fizică și psihologică este foarte importantă când ești la o competiție. Aici părinții au grijă de el. Iar pregătirea bună l-a ajutat pe Artemii să câștige câteva întreceri, chiar dacă a întâmpinat și anumite probleme tehnice. На Украине, когда мы были на гонке, у меня в первом заезде слетел тормоз. Я со второго заезда стартнул второй, и я держался. Меня обогнали, потом я без переднего тормоза обогнал. И еще в одном повороте, 78 номер, он был первый, лидировал, он терял скорость в кольях, а я, по-моему, его обходил. И получилось так, что я его удержал и приехал первый. Nu mai are adversar la categoria sa de vârstă, dar nici nu se simte intimidat de cei mai mari. Iar mai nou, am devenit norocosul care a primit un autograf pe primul poster al lui Artemii.